Всем привет, друзья! Вы на канале Baby Go! Здравствуйте, мои дорогие! Динь, что надо сказать? Привет, привет! Вы на канале? И где мы сегодня находимся? Мы находимся в историческом месте, музей-заповедника Абрамцево, который был построен в конце 18 века, а в 1843 году был приобретен известным писателем Аксаковым. И у него в гостях бывали такие личности, как Гоголь, Тургенев, а также театральный деятель Щепкин. Позже, в 70-х годах, Абрамцево купил железнодорожный промышленник, художественный театральный деятель Мамонтов. И тогда уже здесь бывали известные художники. Назовем вам пару известных фамилий. Это Репин. Скажи, Денис, Репин. Репин, Коровин, Васнецов, Врубель. То есть такая очень исторически известная усадьба. Пойдем посмотрим. Давай, с самого начала. Денис, что написано? Усадебный дом, созданный в формах классицизма, характерен для владения дворян средней руки. С 1843 года здесь проживала семья писателя Аксакова. Ага, здесь... а потом то, что мы рассказывали. То есть Мамонтов в 70-м году приобрел, а здесь жил промышленник. Давай снимем. Давай попробуем зайти в дом. Хочешь? А какое самое известное произведение написал Аксаков? Аксаков, какое произведение написал? Маленький цветочек, день. Маленький цветочек. Да, его аналог от «Красавица чудовище». Дэн, пойдем в деревянную избу посмотрим с правой стороны. Вот, пойдем, посмотрим. Баня-теремок, Дэн. Баня, получившая впоследствии название «Баня-теремок», построена по проекту архитектора Ропита. На месте обветшавшей Аксаковской бани является одним из памятников русского стиля. 77-78 года. Пойдем к белому домику, посмотрим, что там написано. Пойдем? Ну, я так понимаю, что здесь художественная выставка Алексея Шмаринова «Прогулки по Италии». И, наверное, здесь меняется, потому что тут есть еще Дар Суав, живопись коллекции африканского искусства. Вот, в этом, то есть, в этом здании у нас получается художественная выставка. День, пойдем дальше. Пойдем. Ну какой, 19 век или уже все-таки 20-й? Подскажите нам в комментариях. Смотрим. День, пойдем посмотрим. Смотри, там на холме деревянный грибочек растет. Как будто настоящий, только очень большой, да? Все возможно. Давай посмотрим. Все возможно, да? Все возможно. Ничего себе, какой сделали гриб, да, День? Вот бы такой в лесу найти. Мама. А вон, кстати, видишь, деревяшка, это какой-то материал, как этот самый, как двери запенивают, да? Какая-то монтажная или строительная пена. Большой гриб, да? Ну, а чего ты его разобрал? Давай его обратно соберем. Видишь, я уже у гриба шляпку оторвал. Давай обратно наденем. День, ну что, пап, что произвел только что? Ремонт гриба? Нет, это не брать. Не брать, это стекло. Ты что? На какой гриб похоже? На подберезовик или на подосиновик? На самом деле больше на подберезовик. Но ты близок. У подберезовик шляпка более темная, чем у подосиновика. А у подосиновика более красная. Пойдем дальше. Да. А это, друзья, дом управляющего. Дом управляющего. Иди, поуправляй чем-нибудь. Построен в усадьбе Мамонтовых из бревен, привезенных со строительства железной дороги Вологда-Архангельск в 1890-х годах. Поленовская дача, 1682 год. Здание построено местной артелью плотников. Предназначалось для молодой супружеской четы Василия Дмитриевича и Натальи Васильевны Поленовых. Была мастерской Поленовой, местом проведения домашних спектаклей Абрамцевского художественного кружка. О, мастерская Поленова. Дэн, смотри, приближаемся к какой-то церкви на территории Абрамцево.
Вот церквушка и могила Мамонтовых. Дениска, смотри, избушка Бабьи-Яги, избушка на курьих ножках. Дэн. Это избушка на курьих ножках, и ты пока что можешь в нее зайти. Бабьяга улетела. Баба-Яга улетела в командировку, и мы можем здесь постоять. Она нас трогать не будет. Смотри, написано что. Избушка на курьих ножках построена по проекту Васнецова. Одно из первых архитектурных произведений национально-романтического направления русского модерна. Использовалась как детский домик и парковая беседка. Вот он, жилище Бабы-Яги, друзья. Дениска, давай про нашим друзьям прочитаем, что это за домик такой. Это студия-мастерская, 1773 год. Мастерская для занятий скульптурой, построена по проекту Гартмана. Да. Денечка, а на месте чего построена? На месте разобранного Аксаковского флигеля. Здание является в настоящее время редким сохранившимся памятником, выполненным по проекту одного из самых известных архитекторов русского стиля. Друзья, а это у нас скамья Врубеля, уже начало 20 века. Керамическая скамья установлена в 1915 году на насыпном участке парка Таньонов Нос. Названа по имени гувернера Мамонтовых Таньона, обустроившего здесь садик. Скамья является редким сохранившимся образцом малых архитектурных форм, выполнявшихся абрамсовской керамической мастерской. Вот так вот. То есть это было сделано... Денечка, это было сделано в абрамсовской керамической мастерской. Друзья, на этой замечательной лесной дорожке мы с вами попрощаемся. Это был канал Baby Go. Мы продолжали наши обзоры парков России, а также музеев. Это был музей Абрамцева. Кстати, достаточно небольшой по территории, всего 50 гектар. Мы постараемся еще осветить множество различных музеев и парков Российской Федерации. Ну а на этом все. Немного прощаемся. Дениска, что надо сказать? Пока. Пока кто? Видео. Пока видео. Пока, друзья, день. Пока, друзья. Подписывайтесь, ставьте нам пальцы вверх. Оставляйте свои комментарии. До новых встреч. Денечка, а пальцы вверх как? Как пальцы вверх? Вот. И вот идут. Ну, конечно.